родился 26 декабря 1961 года. Окончил ГИТИС, заслуженный артист и эрфактер Театра Российской Армии. В 1993-95 годах вел на РТР передачу «Телерудит», в настоящее время ведущий на радиостанциях «Радио Маяк», «Милицейская волна», «Команда», «Ком», «Говорит Москва», «Дети ФМ», ведет передачи «Теория заговора», «Истина в кино», «Большое спортивное утро», ранее вел передачи «Закон есть закон» и «Старое доброе кино». С осени 2013 года ведет шоу «Теория заговора» совместно с Николаем Еременко на интернет-радио «Команда.ком».